Я студент Московской бизнес-школы, а вы нет. Друзья, студенты Московской бизнес-школы, ее замечательные тьюторы, а также те, кто собирается поступать в нашу бизнес-школу. Все хотелось бы из далекой и такой близкой Беларуси поздравить с наступающим 2014 годом, годом Ксении Собчак. Слушай, Леш, ты можешь шутку про Ксению Собчак вырезать? Мне кажется, так каждый второй россиянин сейчас шутит. Всем желаю новогоднего настроения. Хоть его, конечно, нет, потому что снега сейчас прям как концерт Вячеслава Малежика. Почему, Паш? Ну как, просто в городе нет, в деревнях будет, и может быть что-то будет под Новый год. Желаю, чтобы всем приходили поздравительные сообщения. И желательно не только от МТС. Девушки, помните, если вы себя вели в этом году хорошо, то вы можете попросить абсолютно любой подарок. Но если плохо, то iPhone у вас уже есть. Паш, слушай, а сколько стоит на дом Деда Мороза и Снегурочку вызвать? $50. Ой, дорого как-то. А если только Снегурочку? Снегурочку 150 в час. Хотелось бы обратиться и к тем, кто еще не поступил в Московскую бизнес-школу. Друзья, надеюсь, в новом году вы сделаете правильный выбор, ведь действующие студенты – это очень успешные люди. Я уверен, что они на Новый год могут позволить себе бутерброды с икрой и уж точно могут себе купить разнообразные дорогие подарки. Паш, тебе бутерброд майонезом поливать? Уважаемые действующие выпускники, помните, что в новом году вы должны держать высокую марку бизнес-школы и на любой встрече выглядеть презентабельно. Леш, слушай, что-то с камерой не то. Дай-ка сейчас посмотрю. В общем, друзья, желаю всем успехов. Всех с наступающим 2014 годом. Слушай, что-то как-то мало тут налито. Подожди. И помните, главное не наступите на балконе в холодное. Паш, у тебя видео какое-то странное получилось? Может, давай поменяем? Да успокойся, я из Беларуси, я не привык ничего менять.